Денис, а сколько стоит 3 месяца твоей подготовки? Я имею в виду исключительно финансовую сторону вопроса. Хорошо, сколько это забирает финансовых средств? Скажем так, с учетом того, что я использую, из того, что называть нельзя, это занимает примерно 7-8 тысяч долларов. Как я и сказал. Нет, ну это сезон. Сезон у меня старты идут один за одним. Все, вопросы закончились. Все приуныли так резко. Пожалуйста. Чем ты увлекаешься помимо занятий Men's Physique? И второй вопрос. Каковы основные отличия методик тренировок в США и в России? Хорошо, давай я начну, наверное, со второго вопроса. Смотри, я, конечно, досконально не знаю все методики тренировок, но когда я нанимал себе американского тренера, в том числе мне было интересно про методику тренировок, как они там готовятся. Самое главное различие, заметил, в том, что у них нет такого критерия, как массонабор и сушка. То есть там нет таких понятий. Там у них с первого дня соревнования, то есть с первого дня подготовки, они начинают как бы диету, так называемую. Сначала плавно-плавно повышают углеводы, потом плавно-плавно их начинают снижать. То есть они, я говорю, это массонабор, это сушка, они говорят, нет, это вот как бы, это диета, назовем это так, и все, то есть не делят, я не знаю почему, но вот это именно так. Либо если они уже смотрят, что парень достаточно массивный, они просто ему говорят, все, там, за 3 месяца ты начинаешь диету и начинаешь там с 300 грамм углеводов понижать там до скольки тебе надо, там, до 150, до 100 грамм углеводов. Вот, что касается методик тренировок, то мне этот тренер давал FST7, такая программа, знаете про нее, должны были. Ну, кто не знает, я напомню, FST7 – это методика, разработанная Хеннером Бондом, это тренер Фила Хита. И вот на этой Олимпии 4 из 7 мистер Олимпия и миссис Олимпия – это были подопечные этого тренера. То есть это Фил Хит, это Джереми Буэндиа, чемпион в Men's Physique, и две женские категории. Вот. Суть FST7 – это последний подход в каждой тренировке. Это недельный сплит, то есть каждая мышца качается один раз в неделю. Так вот, последний подход делается изолированное упражнение на 7 подходов, то есть делается по 12 повторений с 30-секундным отдыхом. Но то, как я вам назвал, как я тренируюсь, только я делаю это вначале, у меня таких 4-5 подходов, а там только один подход. Система направлена на растяжение фасций. Еще суть в том, что после каждого подхода они очень хорошо и сильно растягиваются. Потому что, ну, как по методике, скажем так, или по теории, скажем так, один из факторов, ограничивающий рост мышечного поперечника, является фасция, в которую эта мышца заплетена. Для того, чтобы, скажем так, фасция позволяла больше расти мышцу в мышечном поперечнике, ее необходимо растягивать, она становится более эластичной, и мышца как бы может стать толще. Так вот, они там очень сильно растягивают эти фасции перед выполнением каждого упражнения. Вот суть методики такая. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, чем-то отличается, вот то, как это знаю я, отличается этим. Ну, наверняка там у каждого спортсмена по-своему происходит, просто, ну, про что знаю я. Задавал я примерно эти же вопросы и чемпиону Олимпии Джереми Буэндиа, чемпиону Арнольд Классик Садику Хадзаику. Вот, тренируются все по-разному, честно. Садик мне сказал, что он всегда тренируется в силовом стиле, особенно на сушке. Он говорит, я делаю на 8 повторений. Буэндиа мне сказал, что он только в объемном круговом тренинге тренируется, что он не делает вообще никакие на силу. То же самое касаемо про пресс. Антипов говорит, что он каждый день пресс качает, Антон, да, ваш соотечественник. Буэндиа сказал, что он вообще пресс не качает. Садик сказал, что он 2 раза в неделю пресс качает. То есть все вообще абсолютно по-разному. Второй вопрос. Теперь на первый этот вопрос отвечать. Что меня интересует помимо спорта и работы? Скажем так, я... Ну, мое вообще главное в жизни увлечение, на самом деле, это путешествие. Вот я реально люблю путешествовать по миру. Например, вот за этот год, вот к сегодняшнему дню, я посетил следующие страны. Боюсь, не все запомню, но скажу. В общем, это было Королевство Бруней, Таиланд, на Филиппинах был остров Баракай, остров Борнео, потом Гонконг, Сингапур, потом там еще Макао, это такая федеральная часть Китая, такая же, как и Гонконг. 3 раза США, Германия и Беларусь. То есть это вот только за этот год я успел посетить. То есть это вот у меня удается время свободное, я прыгаю в самолет и куда-нибудь лечу, то есть путешествия смотреть. Ну, там с моей супругой такое любимое увлечение. Вот. И поэтому я просто все стараюсь сделать для того, чтобы как можно больше увидеть этот мир, посмотреть, пообщаться с разными людьми. Слава богу, немножко английский знаю, так удается пообщаться хотя бы с местным населением, если они, конечно, говорят по-английски. Ну, вот, кстати, в Пуэрто-Рико, соответственно, тоже еще был. Что удивительно, в Пуэрто-Рико был такой случай забавный, я вообще обалдел. Едешь вроде в Америку. Пуэрто-Рико – это 51-й штат Америки, считается. Но это испаноязычная страна.
Ну ладно, там, если там, я думал бы, там половина бы не говорила по-английски, так там вообще никто по-английски не говорит. Мало того, что я захожу в ресторан, ну, конечно, не какой-то там дорогой ресторан был, это там какая-то американская закусочная была. Мне дают меню, и там написано по-испански и по-английски. Я начинаю читать по-английски, но официант меня абсолютно не понимает. Он мне начинает по-испански повторять то, что я заказываю. Я-то не понимаю, что он повторяет, то, не то. Я ему уже пальцем начинаю тыкать. Он, ладно. И был такой забавный случай, что, как вы знаете, я как бы я гружусь перед стартом, да? Я зашел в ресторан за день до старта, думаю, ну все, мне можно сладкое. Сейчас, думаю, на заказываю. Смотрю, есть тосты, френч-тосты. Это такие, ну, как бы хлеб мягкий, такой запеченный. Думаю, ну, 4 порции как раз с сахарным сиропом будет отлично для меня на загрузку. Я подзываю официанта, говорю, окей, give me please там 4 plates of French toast. То есть дайте мне, пожалуйста, 4 тарелки французских тост. Она на меня смотрит, типа, я тебя не понимаю, что ты хочешь. Я говорю, есть кто-нибудь, кто по-английски говорит? Он говорит, да, есть. Подзывает мне парня, я ему повторяю, I would like to have, там, это поля, все по-английски, очень аккуратно, слово в слово повторяю. Ты меня понял? Понял. Потом мне говорят, а ты точно это хочешь? Я говорю, да, я хочу 4 тарелки французских тостов, 4 порции. В чем проблема? Ну окей, хорошо, никаких проблем. Проходит, блин, полчаса, мне приносят 4 тарелки, на которых разложена одна порция. То есть по одному хлебу мне положили в 4 тарелки и принесли, стоят такие все на меня смотрят. Типа, ну что это делать, что он будет делать? А я смотрю на них, как на идиотов, думаю, блин. Вот такая жесть происходит, то есть в англоязычной, то есть в испаноязычной стране, несмотря на то, что это, ну, как бы страна к Америке относится, ну, то есть в Штаты Америки, там ни хрена не говорят по-английски. Такие вот забавные случаи происходят, но их, кстати, очень много происходит, потому что, попадая, например, в какую-то азиатскую страну, когда видят, особенно если я в форме, то есть на пляже стою, то люди просто думают, ни хрена себе, там кто-то такой, такие ходят, меня со стороны обсматривают. Типа, ну, белый человек, а супруга у меня еще блондинка, у нее длинные-длинные кудрявые волосы, а на нее они вообще так смотрят, типа, ну, там, азиатские женщины вот так вот, ей, и они прям ходят, подходят с ней, фоткаются постоянно, забавно выглядит. Вот, поэтому основное мое, скажем так, увлечение, это, безусловно, путешествие, как я сказал, очень люблю открывать для себя мир, ездить, что-то смотреть, культуры разные изучать, книжки там читать про их, там, божества и так далее, очень забавно, там, кто был в таких странах, как там Таиланд, Шри-Ланка или что-то еще, там, их культуру читать, когда они рассказывают с упоением, что у них бог это белая обезьяна, которая там собрала армию других обезьян, пошли они там навтыкали другим обезьянам, и это вот их боги такие, так смешно все это слушать, ну, может, они, конечно, и правы, может, действительно у нас бог обезьяна белая, я не знаю, но с точки зрения европейской культуры это, конечно, забавно. Денис, финансовый кризис ударил по России и ее соседям. Спортивное питание заметно подорожало. Как быть, что посоветуешь? Значит, мое отношение к этому следующее. Так как кризис ударил по курсу, да, и по, скажем так, в большей степени западным производителям, чей спортпит стал сейчас очень дорогой для нас, очень активизировалось наши производители. Сейчас, по-моему, 6 или 7 фирм в России, кто занимается производством спортивного питания. Всем небезызвестная фирма Pure Protein, да, она сейчас, не знаю, по продаже, может быть, номер один у нас в России стала, просто из-за того, что там пачка протеина, там, ну, сколько там, $20-25, даже меньше, $15, наверное, стоит. И, а западного протеина там в 2-3 раза дороже, поэтому она очень стартнула вверх. Поэтому, касаемо производителей спортпита, безусловно, такая уникальная возможность сейчас, да, зарабатывать на этом деньги и продвигать свой бренд и выйти куда-то вверх, потому что конкуренты из западные, они достаточно дороги, да, там в 2-3 раза выше. Что касается фитнес-центров, например, то есть адреналин, я понял, фитнес-центр, то знаете, на мой взгляд, вот я хожу в один клуб, но стараюсь и в другие клубы захаживать, просто смотреть, как у кого дела. У нас, например, в Москве сильно не упали, скажем так, посещаемость клубов, даже новые открываются, меня ребята приглашают посмотреть, там что-то подсказать, просто там потренироваться в этом клубе, сделать фотку, выложить в Инстаграм, вот. Но у нас не упало, в Москве не особо, по крайней мере, вот я тренируюсь в этом ворк-классе, в котором я раньше 6 лет работал, сейчас там тренировка стоит 3,5 тысячи рублей, это, чтобы не соврать, порядка 60-70 долларов США одна тренировка. Ну, люди проводят там по 100, по 120, по 150 тренировок, тренера. То есть, ну, хотя и тренировок сейчас там стало много, но все клиенты, которые ходили, ходили. То есть, ну, относительно фитнес-клубов, может быть, 10-15% вниз. Относительно спортпита, скачок роста там в 1,5-2 раза. Так. Спасибо вам. Каковы, на твой взгляд, оптимальные нагрузки для тренировок и как долго ты делаешь кардио-тренировки? Вообще, на самом деле, действительно, очень логически и очень правильно знать свою целевую рабочую зону. Потому что, например, в тот же самый учебник, как по-моему, физиологии, сказано, что ты можешь приступать к выполнению следующего подхода при достижении пульса 100 ударов в минуту. То есть, если берем силовую тренировку, ты сделал какое-то упражнение, пульс у тебя там 160, 170, 180 может подняться, да?
Но потом он опускается, и возникает момент, а до какого он нужно опуститься, чтобы начинать работать? Чтобы и не переотдохнуть, и в то же время не слишком высокую зону пульса держать, чтобы эта тренировка из анаэробной в аэробную не перешла, да? Поэтому эта цифра равняется 100. Кто, например, еще только начинает и не знает, когда нужно выполнять следующий подход, действительно, контролируйте свой пульс, можете пульсометр взять, либо просто кто быстро успевает найти аорту здесь, то по времени считать. Можно начинать, когда пульс достигает 100, можно выполнять следующий подход. Я же, когда, например, особенно на стадии сушки делаю, вот тренируюсь по своей методике, да, у меня там пульс всегда выше, чем 100, потому что я четко по времени определяю, там уже не важно, 30 секунд прошло, все, я должен делать, а какой пульс, 120, 160, там уже значения не имеет, мне надо сделать подход. Но если брать кардио, то да, действительно, я всегда пользуюсь пульсометром, потому что действительно нужно работать в целевой зоне пульса. Я пользуюсь формулой Карвонена. Она звучит так: целевая зона пульса равна, в скобках, 220 минус возраст, минус пульс покоя умножить на 0,6 либо на 0,7 плюс пульс покоя. Получается две цифры. Когда на 0,6 это нижняя граница, когда на 0,7 умножаем, это верхняя граница пульса. У меня она примерно 135-150 равна. То есть примерно с 3-5 минуты выполнения своего кардио я должен войти в эту целевую рабочую зону пульса и держать ее всю тренировку. Дело в том, что выход из этой зоны пульса, либо недобор этой зоны пульса, влечет к тому, что не используются жирные кислоты в качестве источника энергии. Кто-то верит, кто-то не верит, но у нас есть 4 режима энергообеспечения, да, креатинфосфатный, анаэробный гликолиз, анаэробный гликолиз и липолиз жирных кислот. Липолиз жирных кислот в момент выполнения работы начинается с 20 минуты при достижении порога анаэробного обмена. То есть эта целевая зона пульса должна быть такая, что есть небольшой кислородный долг, но тем не менее человек уже, то есть он начинает набираться, но еще он не успевает задыхаться, например, как при очень высоком пульсе. И вы можете эту работу держать достаточно длительный временной этап. Вот, тогда начинается, с точки зрения физиологии, с 20 минуты используются жиры в качестве источника энергии. Кто-то в это верит, кто-то не верит, там, кто-то пользуется этим, кто-то нет. Но, в принципе, я думаю, что в этом смысл есть. Да? Безусловно, больше всего, на самом деле, жира тратится не в момент работы, а в ходе восстановления после физической работы. Потому что все мы знаем, что восстановление идет не час, не два, а может 24, там, 48 часов. И все время нужна как бы энергия для этого восстановления наших мышц. Да? А если вы сидите на диете, да, потребляете много белка, мало углеводов, то в качестве источника энергии организм начинает использовать либо глюкозу, которую он получает из аминокислот, то есть глюконеогенез процесс, либо липолиз жирных кислот включается, то есть жиры вашего в качестве источника энергии используются. Если вы много БСА, белка едите, глюконеогенез он замедляется, то есть организм не использует белки, а использует жиры в качестве источника энергии. Поэтому, отвечая на вопрос, да, я пользуюсь формой Калвона на 135-150, делаю кардио от 40 минут до часа. То есть 40 минут я всегда в начале делаю, последнюю неделю-две я могу довести до часа. Но это не всегда правильно, слишком большое кардио тоже, к сожалению, начинает приводить к слишком усилению процесса глюконеогенеза, то есть использования именно аминокислот в качестве источника энергии, потому что организм не успевает перерабатывать жиры, и он тогда начинает аминокислоты ваших мышц цеплять, и вы как бы начинаете терять массу. Часто принимали за стриптизера и предлагали ли тебе выступить где-либо в этом амплуа? В социальных сетях постоянно мне предлагают за деньги всякое разное, причем доходило там до 10 тысяч долларов там, предложение. Но, естественно, все получали отказ, меня это нисколько не интересует. Действительно, к сожалению, такое присутствует, что когда, ну не я, а просто молодой человек с красивой фигурой выходит на пляж, очень часто слышно, что да, стриптизер, наверное, какой-то, там он смотрит, ты же нереально столько времени тратить там на занятия в тренажерном зале. Поэтому, ну, наверное, принимали, но в лицо мне об этом никто не говорил, да. Если у меня кто-то спрашивает, иногда так, знаешь, бывает, особенно по работе, к сожалению, да, я на какое-то совещание бизнес, да, приходят там дядьки пузатые, которые строительным бизнесом занимаются, я прихожу раз там в майке в какой-нибудь, да, бицепсы, трицепсы, они на меня смотрят, типа, не ошибся ли я дверь? Я говорю, да нет, я вот гендиректор Ледополя. Они так на меня смотрят, говорю, ну да, говорю, спортом занимаюсь, что поделать. Ну вот, то есть не всегда меня люди адекватно оценивают даже вот как бы в том, чем я занимаюсь. Хотя потом, когда узнают, там, говорят, а, да ладно, все нормально. Вот, то есть я думаю, что такое есть, к сожалению, но в то же время, скажем так, это приятные издержки нашей профессии, скажем так. Спасибо. Как ты считаешь, будет меняться категория Men's Physique? Она станет более массивной или более эстетичной? Значит, действительно, тут аналогию даже можно с бикини провести, оно раньше, чем Men's Physique появилось. И поначалу девушки выходили такие, ну, жирком слегка подзаплывшие, там, с налетом целлюлита, скажем так, и занимали высокие места. Потом они стали все жестче, 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 сейчас они уже почти как бодифитнес выглядят, многие бикини. Там пресс весь в венах и так далее. То же самое примерно с Men's Physique происходит. То есть ребята сначала выходили, реальные модели такие, как бы модели с модельных агентств, без какой-то формы мышц и так далее. Вот первый чемпион Арнольд Классик американского, вот самого первого турнира Арнольда,
я не помню, как зовут, парень из Чехии, по-моему, был там, или из, откуда-то из Европы. Он вообще не похож на накачанного. То есть, и он, когда позировал, он просто стал так расслабленно и стоит так, стал спиной, стал, то есть ничего не напрягал, и он выиграл. Потом, раз на следующем турнире, там ребята уже более такие заряженные приехали, раз, там начали спину уже показывать, он отлично. И все, а дальше понеслась, что все стоят там, напрягаются, и они уже начали побеждать. То есть, в принципе, судьи понимали, что, ну да, ты вроде парень красивый, но ты же, видно, что ты работал больше, да, и более качественное тело, ну, тогда тебе первое место. То есть, получается, что критерии начали меняться. А в Америке там вообще масса, это все любят мутантов, фриков таких, огромных, там, Биг Рэмми, там, вау, там, знаешь, все такое, там, Макс Чарльз, там есть такой у них чемпион, ну, то есть, он третье место сейчас на Нью-Йорке занял, тоже такой весь на синтоле, правда, мне кажется, ну, какой-то нереальный. Вот, и в Men's Physique то же самое пошло, что ребята вроде сначала как модели были такие, щупленькие, небольшие, но они потом дальше, как бы, один выигрался, другой стал пятый. Тот такой, ребята, блин, сейчас заряжусь, выйду, сделаю форму лучше. Раз вышел, и тот зарядился. И они все больше, больше, больше стали. Это что то, что реально билдеры в шортах выходят уже на сцену. Прям реально я видел бодибилдеров, которые выходят, но, правда, их, конечно, не на первое место стоят. Но, тем не менее, ребята реально очень-очень в хорошей форме, такие, ну, как минимум классики в шортах сейчас вот выступают. Вот, и выглядят они больше. Но, слава богу, глядя просто на чемпионов, на того же самого Садика, хотя Садик выглядит очень большим на сцене, но на весах он реально небольшой, он там весит 90 килограмм. То есть при росте, у моего роста 184, он весит порядка 90 килограмм. Это немного при его высоком росте. Буэндиа тут вообще там килограмм 80 весит. Ну, правда, у него рост там 170, по-моему, 6 или 177 сантиметров. Вот, поэтому... Да, есть тенденция увеличения массы, но я думаю, что она будет конечной. То есть она не будет бесконечной, что в конечном итоге бодибилдеры будут выходить, такого не будет. Вот. Садик сейчас работает с Фрэнком Зейном, я думаю, потому что Фрэнк Зейн олицетворение таких классических пропорций, но я думаю, здесь больше вряд ли Зейн ему даст что-то такое, чего не знал Садик, просто это пиар. То есть Фрэнк Зейн супер эстетичное тело, Садик Хазович типа тоже супер эстетичное тело, вот вместе с энергией, это такой как бы эффект для двоих, ну, для, скорее всего, конечно, для Садика. Потому что тренировки под руководством трехкратного мистера Олимпия, я думаю, претенденту на этот титул они очень помогают. Спасибо. А не слишком ли жесткие ограничения по весу и росту установлены в России для тех, кто выступает в Men's Physique? Ведь за рубежом, насколько мне известно, нет таких ограничений. И согласен ли ты с тем, что эти ограничения мешают и сдерживают развитие спортсменов? Я вопрос понял, но... Я понял, но это не в СНГ, это в России есть ограничения. Других... В Беларуси тоже ограничения? Ну, хорошо, то есть формулы те же действуют, да? Прав, да? Значит, смотрите, я позволю себе не согласиться с вашей точкой зрения в плане того, что слишком зажатое ограничение. Я расскажу, как водилось это ограничение. После того, как я выиграл Армель Классик, мне написал Вишневский, говорит, Денис, какой у тебя был рост веса? Я говорю, при моем росте 186, вес был 90. Он говорит, минус 100 плюс 4. Я говорю, да. И просто взяли и ввели эти данные. Понимаешь? Как думаешь, влияет ли общеполитическая обстановка, а именно натянутые отношения между Россией и США на оценку выступлений спортсменов? Я, если честно, не люблю про политику на нее склоняться, но думаю, что, к счастью, именно политическая сторона, она не касается нашей сферы, потому что спортсменов из России так практически нет. Там в прошлом году из мужиков только вот я и Федоров выступал, точнее, в этом. И я не думаю, что там судьи думают, ага, там он русский, он хороший или он плохой, он там по ночам кровь детей пьет, наверное, там и так далее. Я думаю, что именно, ну, к счастью, пока политическая обстановка именно на этот спорт отношения не имеет. Спасибо. Денис, как ты считаешь, бодибилдер нужен, пресс-секретарь или пиар-агент? Угу. Ну, у нас в России вряд ли там у кого-то прям так все поставлено на широкую ногу, но на Западе да. А вот тот же самый Джефф Сетт, про которого я говорил, там есть люди, которые ведут социальные сети. То есть они ведут Facebook его страницу, ведут Instagram, пишут правильные посты. Ну, кстати, у нас это тоже есть. Pure Protein, ребята в команде, которые у них, им тоже у них есть пиар-отдел, который занимается продвижением их в соцсетях. Ну, то же самое, например, сделал сейчас и я, открыл группу ВКонтакте, я нанял там ребят, они за деньги просто ведут эту группу. Я как бы там просто просматриваю материал, который они выкладывают, там какой-то свой материал им даю, но они вот просто за деньги ведут. Ну вот, на Западе это уже давно поставлено, потому что, как я уже сказал, они поняли, что на этом можно зарабатывать деньги, но ты пока не разовьешь это, ты не сможешь заработать денег, а конкуренция там еще выше. Поэтому там, да, действительно, но
насколько именно там компании какие-то, либо, может быть, это их там жены им помогают и так далее, здесь я четко не знаю, но наверняка просто они платят кому-то деньги. Просто мне приходят тоже, знаешь, иногда на почту предложения, там на английском языке все написано: «Добрый день, мы такая-то компания, мы там занимаемся пиаром там в социальных сетях, да, например. То есть, если хотите, заключайте с нами контракт, мы будем там помогать вам продвижение в этом». Такое есть, да. То есть этими прям, это бизнес в Америке построен и в Европе. У нас пока еще нет, но таким вот Pure Protein ребятам им помогают. Ну, Андрей Скромный, я точно знаю, у него группу ведут тоже, там, Дима и Шанькин, они просто платят деньги ребятам, они ведут им эти группы. Хорошо, с соцсетями понятно. Ну, если говорить о продвижении на телевидении, нужен ли бодибилдеру такой специалист, который будет делать спортсмену промоушен и помогать ему быть более популярным? Ну, я думаю, что у спортсменов нет, но у команд, в которых они состоят, это есть. Да, то есть, например, если человек состоит в команде какого-нибудь там MuscleTech, крупной компании, да, одной самой, эта компания занимается пиар-продвижением своего бренда, в том числе и спортсменов, как представителей своего бренда. А так, чтобы сам спортсмен имел какую-то команду специалистов, такое я просто не встречал, хотя, может быть, такое есть, я просто об этом не знаю. Но чаще это именно происходит, когда сама команда, спонсор, она это делает. Спасибо. Денис, расскажи, а какое влияние оказал на твое развитие Дмитрий Яшанькин? Итак, что касается Дмитрия Яшанькина, безусловно, я ему очень благодарен, потому что в тот момент, когда я только начал заниматься спортом, я действительно не имел никакого представления. То есть я знал, как накачаться, да, ну, то есть набрать мышечную массу, а как вот правильно готовиться, а тем более, как подвестись и вообще там куда заявляться и чего делать, здесь я уже не знал. Здесь действительно он мне помог, подсказал, рассказал, составил там программы мне, питание, тренировок, там объяснил, куда чего делать, и вот на начальном этапе он действительно сильно помог. Да, у нас есть как бы команда Яшанькин Тим называется, но она постоянно трансформируется, потому что, к сожалению, не у многих людей получается выступать из сезона в сезон. Тоже чемпион мира Виктор Симкин уже 2 года не выступает, ну, там, по своим каким-то причинам, да. И многие из ребят, которые были в команде, они сейчас уже не в команде, потому что, ну, они решили со спортом завязать. Безусловно, многие ребята хотят войти в команду, но Дима такой человек, что он сам как бы достаточно занятой, да, он не берет никого просто за деньги тренировать, ну, так вот, если разочек, второй, третий. У него есть просто клиенты очень состоятельные, которые там, ну, очень большие суммы денег ему платят за то, чтобы он их тренировал, ну, потому что он имя уже себе сделал. И ему нет никакого резона просто тратить время не на свою семью, у него трое детей, супруга, как бы, дом, собака, то есть дел хватает и так, помимо этого спорта. Вот, он может взять только спортсмена уже состоявшегося, которому не нужно над которым стоять постоянно, его нужно просто консультировать. Да, действительно, к Диме многие обращаются, просто зная того, что его многие знают. И просто выйти и сказать, что я, мой тренер Дмитрий Яшанькин, я под руководством готовлюсь, это уже, ну, как бы плюс некий такой, да, на соревнованиях тебе будет. Плюс Дима, самое большее, чем он помогает, это в том, что некая действительно такая поддержка, потому что спортсменам очень часто не хватает внутренней поддержки, внутри там семьи, особенно если, допустим, парень или девушка, он не семейный, живет один, то людей, которые бы его поняли, да, и таких очень мало, действительно, все, кто спортсмены, они меня поймут, потому что сидеть там на сушке, эти диеты, все начинают вечно говорить: да блин, ладно, пойдем там день рождения отметим, выпьем, да ладно, разочек можно, чего ты там, да. То есть многие люди это просто не понимают, как можно по 3 месяца там есть эти куриные грудки с рисом и отказывать себе там в самых привычных вещах. А вот Дима, он как бы в этом плане тоже можно встретиться, он поддержит, по телефону с ним поговорить, сказать: ладно, парень, там, давай, ну, то есть настроит, поможет на соревнования. Хотя, слава богу, мне моя супруга в этом помогает, если я вдруг начинаю с чем-то сомневаться. Вот, но мне все равно приятно к Диме приехать, он всегда рад, мы там шашлыки пожарим, пообщаемся на какие-то отвлеченные темы, на темы спорта. Вот в этом плане, что почувствовать себя, что как, ты как бы в команде, как-то кому-то нужен, это вот как бы самый большой плюс, и вот как я сейчас вижу, это помощь Дмитрия вот в тренировках. Ты говорил, что занимался когда-то легкой атлетикой. Хотелось бы спросить, ты больше спринтер или стайер? А нет, у меня были скоростно-силовые, я был хреновый стайер, если честно. Все время мне было тяжело бегать. Я бегал сотню, но моя как бы корона, то есть я занимался прыжками в длину. То есть это был скоростно-силовой вид спорта. Вот. Дело в том, что есть очень, скажем так, большое заблуждение у людей. Наша школа бодибилдинга, она вышла из школы тяжелой атлетики. Там был принцип: бери больше, кидай дальше. То есть чем ты больше поднимаешь, да, тем ты вроде становишься больше. Но это неправда. То есть нет прямой взаимосвязи от количества прилагаемой усилий на величину мышечного поперечника. То есть вот мы сейчас видели пример. Вот, не помню, самый большой здесь мужчина, да, парень, поднимал, сделал только 29 раз и 1 минуту не смог до конца доделать. У него просто, скажем так, композиция мышц по полагаемому такая, что он сильный, но он не выносливый, понимаете? И если тебе нужно развивать именно мышечный поперечник, я придерживаюсь точки зрения Силуянова, профессора. У него статодинамическая теория. Как тебе удается на загрузке съедать 500 граммов углеводов в день? Ведь это же целая 5-литровая кастрюля.
Ну, на загрузке я 600-700 съедаю, поверь. Вот из ребят, кто готовился, особенно вот в классике, они знают, что когда ты сидишь на сушке и делаешь по 6 кардио в день, килограмм риса, мне кажется, это вообще никакая не проблема, да? Ты настолько, понимаешь, рис для тебя, во-первых, сладким кажется, да, даже если ты туда ничего не клал. Во-вторых, у тебя метаболизм такой, что ты съел 200 грамм, а он уже через час весь перевалился, усвоится, у тебя опять безумный голод наступает. Просто ты, когда это пройдешь, ты это поймешь, что ты можешь есть каждые полчаса, и ты будешь голодный. Потому что вот настолько сильно быстро раскрученный метаболизм у тебя, то есть усвояемость там белков у тебя, то есть углеводов жестко идет, очень быстро, тем более он все время всасывается, всасывается, всасывается. Поэтому поверь, что съесть 500 грамм углеводов в чистом виде, именно на сушке, когда ты с разогнанным метаболизмом, это вообще не проблема, это даже мало тебе будет. Денис, а как ты относишься к такой добавке, как аргинин? Я аргинин использую редко, но я его использую. Самый главный момент, когда использую, это перед выходом на старт. Я пью жидкий аргинин от своего спонсора, AAKG он называется. Я выпиваю там две ампулы, это получается, что, не знаю, там 4 дозировки, потому что одна ампула — это 2 дозировки. Потому что она реально дает памп, когда недостаток углеводов, да, хотя, в принципе, я уже загрузился, но она дает такую венозность и наполненность мышц. Иногда я ее использую перед тренировкой, но достаточно редко, когда я делаю отдых от гуарана. Я, например, не пью при тренинге вообще принципиально, но когда на сушке, я пью гуарану. Не тоже не на каждой тренировке, но через день. Но когда я хочу отдохнуть и от гуараны, а мне нужна наполненность во время тренировки, тогда я использую аргинин. То есть аргинин, да, использую, но не часто. Что касается трибулуса, то я трибулус использую на этапе постсоревновательный, да, для восстановления натурального уровня тестостерона. Я использую свой Олимп Тесто называется. Там очень высокая как раз дозировка этих сапонинов. Я просто не помню цифры, но я там смотрел по составу. Она реально высокая и она реально рабочая. То есть я на себе ее проверил, 3 недели пропил. На второй день с утра просыпаешься и понимаешь, блин, работает. Потому что непонятно, то ли я ногу поднял, то ли что-то другое поднялось. То есть да, использую, но я сказал, на каком этапе. А что думаешь об употреблении креатина? Для людей, которые готовятся в натурашку, безусловно, must have этот препарат. Для людей, которые не в натурашку, это личный выбор. Я, честно, отдельно как креатин, как добавку не пью, но у моего также спонсора Олимп есть, называется Pump, какой-то, ну, я не помню точно название, Pump Workout, по-моему, так препарат называется. То есть он пьется прямо во время тренировки. И там есть как раз и креатиновая матрица, и анаболическая в виде там аминокислот и БЦА. Поэтому в чистом виде я не использую, но в виде добавку, в которую он уже входит, да, я использую. В период подготовки меня довольно часто беспокоят судороги мышц. Причина, я думаю, нехватка минералов и витаминов. Сталкиваешься ли ты с такой проблемой и как с ней бороться? Ну, относительно количества, честно, я здесь небольшой специалист в плане там сколько грамм на килограмм веса, я не знаю. Я в данном случае я пью двойную дозу от рекомендованной. То есть, да, действительно, во время сушки особенно мы ограничиваем потребление питательных веществ, то есть мы практически не едим фрукты, да, в которых много витаминов содержится. Мало, ну, овощей, но тоже не все едим, потому что не все разрешены. Вот, соответственно, разных других продуктов, которые содержат минералы, там, минеральную воду мало пьем, потому что боимся, что соль будет задерживаться. Снижаем потребление соли. В результате, действительно, я тоже замечал, что в какой-то момент на этапе сушки начинаются судороги меня сводить, да? Я добавлял, безусловно, витамины и минералы. Магний, калий также. То есть, ну, там большой набор получался. Отдельно витамины, отдельно минералы, отдельно там, ну, аспаркам, да, там, или панангин. Там калий с магнием тоже. Это все как бы добавляю, но я просто пью двойную дозировку. Ну, вроде просто по личным ощущениям, что судороги перестают сводить. Но конкретную дозировку, как рассчитать, честно, я здесь не знаю. Какой грим посоветуешь использовать для соревнований? Каковы твои личные предпочтения? Значит, если в общем брать, то, безусловно, просто, на мой взгляд, побеждают всегда более смуглые, более темные атлеты. Вот. Тот грим, который использую я, тоже разный использовал. Я сначала протаном пользовался, сейчас понял, что он какой-то оттенок некрасивый дает, он реально светлый. Сколько не красится, он светлый. Я сейчас перешел на джантану, и он реально классный. Он... Ну, нужно, конечно, мазаться правильно, нужно в ночь намазаться, потом себя смыть, и потом с утра еще 3-4 слоя намазать и подождать примерно 3 часа. И он себя проявляет, ты вроде еще был не светлый в гостинице, приходишь на старт, и ты такой прям черный становишься. Ну, в хорошем смысле черный, то есть не прям как афроамериканец, да, а вот именно черный. Но когда ты выходишь именно под цвет софитов, он смотрится идеально, но при условии, что нужно сбрызнуть немножко масла. Тогда прям один в один. Знаете, получается такой цвет, вот как с человека, как будто кожу содрали, он такой темно-бронзовый.
прям мышцы все хорошо видно, они такие налитые, кажутся на свете еще при гриме. То есть это вот самый оптимальный, как мне кажется, цвет, такой темно-бронзовый. Вот складывается ощущение, что после человека сняли кожу, и там одни мышцы стоят на сцене. Я вот использую протан, вот он такой цвет дает. Денис, а как ты относишься к загрузке фастфуда? Значит, смотри, я лично видел Бренч Уоррен, Макс Чарльз, ну, все знаете, кто это такой, еще другие атлеты, перед выходом на сцену сидели, жрали Биг Маки, запивали Кока-Колой и картошкой с фри соленой. Перед выходом на сцену. Но у них, поверь, что у них успевало. То есть выходили все венозные. Ну, то есть это не прям за минуту до сцены, это за час где-то было. То есть за час они это успевало у них переработать. То есть с точки зрения, если ты на сильной безуглеводке, например, то есть жестко держал диету, у тебя огромный как бы дефицит калорий, если ты хочешь, блин, жир пей, вот так вот, он прям фигачит и успевает калории из него, то есть в энергию все это превратится. А если ты как бы плохо подводился, не держал диету, то фастфуд тебя только зальет. А дистиллированную воду используешь на подготовке? Нет, я не использую дистиллированную воду по той причине, что наш организм на 80% из воды состоит. И когда на этапе сушки слива воды, если ты будешь пить дистиллят или вообще не будешь пить воду, ты очень большой удар по своему сердцу делаешь, кровь безумно густая становится и самочувствие падает. И при этом сильное изменение воды не сливает. Если ты все равно по чуть-чуть хотя бы воду пьешь, именно мягкую, не обычную, а мягкую воду, да, то есть это детская вода, она называется, то качество лучше получается, нежели чем на дистилляте или вообще убирать воду. Если не успеваешь загрузиться, что нужно добавлять? Воду, соль? Что бы ты посоветовал? Ну, я начинаю грузиться за 2 дня, как я уже сказал, поэтому я успеваю загрузиться, хотя, возможно, и такое не будет. Мой метод. Это не говорю, что так именно нужно делать, что это ли только правильно. Это просто чисто мой метод, который на мне работает. На другом он может вообще обратную реакцию иметь. То я тебе говорю, я пью сахарный сироп. Ну, просто в Америке это называется corn syrup. Это, конечно, дешевый, не очень качественный на самом деле, потому что он из сиропа кукурузы, кукурузный сироп, так называемый. Ну, вот, там ГМО наверняка содержится или что-то такое. Ну, раз в год можно выпить этот сироп. Вот, он просто реально там с сахаром, он такой тягучий, как мед. И я выпиваю, и он быстро начинает грузить. Поэтому я всегда успеваю загрузиться. Если, к примеру, 2 старта разделяет неделя, какова твоя диета, как продолжаешь загрузку? Ну, такого не бывает, что в субботу и воскресенье, так не может быть, потому что... Скажем, нет, я делаю загрузку перед соревнованиями, следующий день я возвращаю до средних значений белок и углеводы, то есть, грубо говоря, на диете вот здесь белок, здесь углеводы, на загрузке все наоборот, вот здесь белки, здесь углеводы, то следующий день всегда после старта я как бы возвращаю к середине сначала, то есть чуть-чуть белка, чуть-чуть углеводов, и дальше опять все начинаю с диеты, с кардио, то есть как бы все заново. Единственный момент существует очень важный, если ты пил диуретики, ни в коем случае нельзя прекращать их пить. Потому что начнется гиперкомпенсация по воде, и тебя зальет просто до неузнаваемости. И ты не успеешь слиться к следующему старту. Поэтому, если у тебя старты подряд, и ты используешь диуретики, тебе нужно также дальше их использовать, чтобы гиперкомпенсация позже наступила. Но правда, когда ты будешь 2-3 старта подряд выступать и на диуретиках сидеть, потом такой жесть произойдет уже через 3 этих недели. Тестостерон так у тебя подпрыгнет, что тебя зальет как колобка.